Юрий Мельников, Индиана ТВ. Типичный авантюрист и кидало. Уехал в Америку, открыв несколько бизнесов в России. Так как в России бизнесы не сложились, решил испытать счастье в Америке. В Америке нашел русскую американку, успел на ней жениться, открыл видеоблог. Начал раскрутку. Любит подсасывать Сергею Симонову, говно ТВ, который сейчас уже в бане. И слава богу, он давно уже всех заебал своим нытьем и пиздежом. Что касается Юрия Мельникова, у пациента постоянное желание денег и подписчиков. Еще совсем недавно его канал был полностью бесплатным, и все могли смотреть его видео, комментировать его, и подписка была бесплатная. Но не так давно Юрий Мельников решил халяву эту прекратить. Тем самым сделать платную подписку и закрыть канал от неугодных. Перед этим пациент Юрий Мельников собирал денежки на так называемый ремонт и реставрацию мотоциклов, которую так и не начал и не закончил. Но денежки от подписчиков поступили. Поступили они в пределах 1500, 1500-2000 где-то на тот момент. Юрий Мельников сказал, что эти деньги обязательно сохранятся и будут способствовать тому, чтобы начать свой новый рубрику новую хотел создать. Ну, как бы хотел создать. Денежки поступили, а канал закрыл. Те, кто якобы денежки ему отсылал, теперь и подписываться на него это еще, то есть надо платить. Подписка, в принципе, не так много стоит, где-то в пределах $5, но все равно это кидалово. Рожа его постоянно жирная, еврейская. Постоянно клянчит деньги. Постоянно подлизывает всем, кому только можно. Создается ощущение настоящего русского кидалы и авантюриста. На сегодняшний момент обладатель канала Юрий Индианаполис, подписка недоступна, подписчиков стало в разы меньше, 13220. Раньше было где-то 15, а сейчас скатилось, ну потому что после удаления канала, точнее не удаления, но сам Юрий Индианаполис объясняет закрытие своего канала тем, что его якобы взломали. И на следующий день канал заселили розовые хрюшки. На все эти 950 видео, которые он на тот момент успел сделать. А еще через неделю все эти видео возобновились, и все подписчики автоматом отписались от него. Ну, потому что канал стал платным, и тот, кто не платит, тот музыку и не слушает. Наглый, жирный, кидало. Просто что еще тут добавить? Имеет дочку, жену. Нигде не работает. Бомжует, выпрашивает деньги у подписчиков. Мечта идиота у Юрия Мельникова заключается в том, что он хочет не работать вообще, а зарабатывать только в пределах Ютуба. Это несмотря на то, что он и так немало зарабатывает на своей партнерке, живя в Соединенных Штатах Америки, а в частности Индиане. Но, по всей видимости, этого Юрию мало. Юрий нагло требует присылать ему деньги на так называемые сборку мотоцикла, которая длится уже больше 2 лет.
И все никак он не соберется. Все вечно денег у него не хватает. По словам самого Юрия, Юрий купил мотоцикл по запчастям. Ну, есть там такой магазин. И как бы камеры провел все это в свой гараж и решил вплотную заняться, ну как бы заняться, реставрацией мотоциклов и сборкой. Но ясное дело, когда сам платишь, то это же невыгодно, надо, чтобы еще кто-то участвовал. Каждый присылал Юрию по определенной сумме денег, но в конечном итоге хитрый Юрий Индианаполис решил побыстрее замять следы и просто отписался от всех. Ну что еще сказать? Кидало буржуй, вот за горло его вот так вот взять и задушить просто. Просто задушить или макнуть головой в унитаз. Типичные кидало. Авантюрист. Про жизнь эмигранта с Москвы. Ну конечно, жизнь эмигранта с Москвы. Никогда не показывая свою женушку, наверное, от того, что там особо-то и смотреть не на что, а если посмотришь, то, наверное, отслепнешь от красоты. Все пройдет. Потихонечку мы наебем еще пару тысяч подписчиков. Замутим пару тысяч долларов на халяву. О. Покажи, покажи. Объявление. Очередное кидало Юрия Мельникова. Юрий Мельников работает на eBay. Через eBay проворачивают некислые суммы денежных средств, обманывая потенциальных покупателей. Секретом успеха Юрий Мельников решил поделиться в интернете. Первые два выпуска прошли на ура, за остальные Юрий Мельников требует плату. Ну, небольшую плату символическую, что-то вроде размеров $5. Сам же Юрий Мельников объясняет это тем, что любой труд должен оплачиваться, а труд наебщика в интернете должен оплачиваться вдвойне. Ну, не прямым текстом, конечно, но те, кто понял, тот понял, что Юрий Мельников тот еще авантюрист и кидало. Вот сейчас увидите подробный пример того, как Юрий Мельников работает в интернете. Так называемый опрос. Нормальная ли цена на PlayStation 4 на eBay? Важно ему наше мнение. Товар Sony PlayStation 4. Топовая модель. Не заходя дальше, скажу, что совсем скоро появится картинка. На ней будет коробка с PlayStation 4. И рядышком будет примерная цена этой консоли. Но весь прикол заключается в том, что это только коробка. И та цена, которая будет указана ниже, это плата, по сути, за пустую коробку. Ну или за два джойстика и игру, которая реально стоит, ну, в разы 4 дешевле, чем есть на самом деле. Угу. Сделаю выводы, да. Все, друзья мои, вернулся домой. Сейчас будет очень жесткий такой рабочий режим. А дальше просто жрём, отдыхаем. Ну да. Все, мы только отдыхаем и жрём.
По лесу-то видно. Смотрим. Ну вот, собственно. Коробка, две игры. Тоже не факт, что в этих коробках есть диски. Ну, джойстик видно, что есть, да. То есть за $420 вы стабильно получите джойстик, потому что он есть в коробке. Его, по крайней мере, видно. Что касается дисков, то не факт, что в этих коробках лежат диски. Тем более уж в этой коробке лежит четвертая PlayStation. Так что, ну, все и так понятно. А цена в четвертой PC 500 гигабайт в $420 весьма приемлема, если ты живешь в Америке и работаешь в eBay. Но кажется сладкой халявой, если живешь в России с зарплатой в 300. И мечтаешь о такой за 420. То есть, ну, выводы делаете сами. На этом, я думаю, можно заканчивать. Краткое описание личности Юрия Мельникова я сделал, решать вам. Всего доброго.